Всем доброе утро, девочки мои! Наконец-то пришло время распаковать посылочку мою. Вот она, моя посылочка. Она вот такая компактная, но там немало вещей. Просто в основном это все трикотаж, поэтому он такой компактный. Мне не терпится уже ее распаковать. В основном там, я помню, что заказала, в основном домашняя одежда, какие-то мелкие вещи есть. В общем, сейчас увидим, сейчас посмотрим. Так, раскрываем эту посылочку. О, какая красота. Так, ну и высыпаем. Ух, ух ты, какие цветные тут вещи. Одна вещь прям крупная такая. Ну, мои любимые цвета я уже вижу. Ой, какие красивые расцветки. Все, все. Так, а где накладная? Я люблю посмотреть сначала накладную, вспомнить точно, что я заказала. И начнем рассматривать все это. Мне не терпится. Кстати, на мне видите, какой сегодня яркий образ. Это тоже от Василька. Тоже заказывала я. Ну, давно уже, давненько. Ну что, начнем. Первое, что я вам хочу показать. Вы видите расцветочка, да? Ну, вот расцветочки люблю я такие. И вот такой вот халатик тепленький заказала себе. Все вещи, которые я себе заказала, все 54 размера. Девочки, у меня иногда в комментариях спрашивают, а какого размера это, какого размера то. Вот я вам сейчас говорю, все вещи, которые для себя я заказала сегодня, все 54 размера. Все, поехали. Так, халат тепленький у меня. Это 80% хлопок, 20% полиэстер. И модель ХТ-48, да? Да. Так, ну что, откроем, посмотрим. Какой цвет классный. Вот люблю я такие веселые расцветочки. Когда вот посмотришь на такую расцветочку, как-то веселее, мне кажется, становится. Еще губки ярко так накрасить. Можно даже больше вообще ничего не красить. Ой, какой красивый халатик. Ой, какая красота. Так, ну посмотрим, посмотрим. Вот такой он сверху, тепленький такой. Но он, знаете, вот как, чуть-чуть как вроде как махровенький или как замша. Я не знаю даже это, с чем сравнить, но такой вот он. 3/4 рукав. Тут карманы внутренние, вот раз. Второй карманчик. Ну, халат вот вроде как прямой. Чуть-чуть легкая трапеция. И вот сверху вот такой вот рисунок светленький. Но в нем можно даже сниматься. Он, по-моему, очень даже такой достойный халатик, классный. Ну, вот для как раз для съемок я беру такие разные вещи. Это все домашние вещи, девочки. Поэтому, ну, хотя, может быть, я пойду куда-нибудь сауну или еще что-то. Может быть, даже такое можно приличненько взять с собой. Ну, классный. Классный халатик. Такая молния здесь, кстати говоря. Молния. Вот она идет. Ну, нормально опущена по длине. Такая вот штучка на молнии. Вот. И все. Так, ну что? Это дело надо померить. Девочки, цены я буду писать вверху, чтобы на них не отвлекаться, потому что это надо очки надеть, взять, почитать цены. В общем, поэтому я их пишу, когда уже монтирую. Все, померим красоту такую, да? Заказала я еще один халатик, но уже такой, из кулирочки, легкий халат. Тоже такие расцветки, видите, темный и сиреневый. Ну, люблю я такие расцветки, что поделаешь. Так, что у нас пишут про этот халат? Халат 100% хлопок, это кулирочка, 54 размер, я уже сказала.
И эта модель называется халат Динара. М Динара синий. Трикотаж. Все, больше ничего тут не написано. Открываем. О, сразу чувствуется кулирочка, класс. Вот люблю я трикотаж, но что тут со мной поделать? Вот приятное для тела. Одеваю какие-то другие ткани и уже что-то не то. Так, а тут какая-то вот необычная модель. Ну-ка, ну-ка. О, давайте по порядку. Халат, этот рукав 3/4 у нас, и здесь вот идет как манжетик на краю. Так, здесь есть воротничок. Вот такой воротничок. Халат на пуговицах. Вообще халат напоминает мне рубашку. Он как большая рубашка. На пуговицах, с воротничком такой. Вот видите? Он будет как раз сидеть как рубашка. Я так думала. Прямой, просторный такой крой. О, классно, прикольно. Так, что у нас тут? Сейчас посмотрим. Да, карманы есть, они, их не видно даже, они такие вшитые, то есть внутренние карманы, довольно глубокие, с одной стороны, и с другой стороны тоже есть кармашек. Все, пояска нету, он просторный этот халат. А внизу еще такие вот разрезики, вот по бокам. В общем, надо померить и посмотреть, как он на мне сидит. Классный, симпатичный. Мне нравится. А, кстати, девочки, обратите внимание, здесь тигры нарисованы. Это ж год тигра у нас, да? Это розовый тигр здесь нарисован на фоне, на черном фоне. Или темно-синий, но он как черный выглядит. И какие-то вот такие вот каракули небольшие, белые. Ну, классный, классный. Расцветочка симпатичная, по-моему, очень даже современненькая. Дальше я заказала туничку вот такого цвета. Это такой какой-то сине-серый цвет с белым. Это трикотаж, кулирка. Я уже это сразу вижу. Хлопок 100%. Модель MM1181. Так, ну открываем, посмотрим сейчас, что там. Что там, что там за туничка. Люблю по дому с туничками, в туничках ходить. Кстати говоря, эта туничка такая прям, я смотрю уже, можно и не только по дому, наверное, даже ходить. Короткий рукавчик, здорово, когда тепло, когда жарко, можно одеть. Вот в комнате походить. Внизу она идет вот такая вот, как расклешенная, и низ по бокам, видите какой? Вот такие вот разрезики, и тут веревочки. А вот эти вот, они затягиваются. То есть вот этот разрезик можно еще вот так сделать. Раз, раз. И здесь на бантик. Это вот такие, кстати говоря, модненькие такие тенденции. Ух ты, классно. Так, что еще тут есть у нас на этой туничке? О, здесь есть карман. Один вот такой вот карман. Видите? Да, карман. Это действительно карман. И вот такая штучка. Раз. Застегнули на пуговку, чтобы карман не оттопыривался. Так, ладно, застегну я потом. Хотя хочется мне застегнуть сейчас. Просто чуть-чуть надо. О, симпатичная пуговка еще такая. Вот такой кармашек. Классный, он не просто декоративный, он работающий, глубокий, нормальный. Телефон положить можно.
Ну, классная тунечка. В ней можно вот летом, как в сарафанчике, выходить и гулять. Класс. Надо, в общем-то, посмотреть. Цвет хорошенький такой. Это как индиго, наверное, цвет. Симпатичный, да? А еще, девочки, я заказала сарафанчик. Мне понравилась очень расцветка. Я вообще не знаю, как на мне этот сарафан будет сидеть. И при том, что это вискоза. Это 100% вискоза. Вот такая легкая-легкая ткань. А вообще на вискозе очень яркие такие краски. Я когда даже на картинке вижу такую расцветку яркую, яркие цветы, я сразу уже читаю и вижу, что там написано вискоза. Ну, посмотрим. В общем, голубая вообще, голубой фон. Я люблю такой нежно-голубой цвет. Такая вот, такая легкая-легкая ткань. Смотрите, какая, какая красота. И что у нас тут сверху? Это такой легкий летний сарафанчик. Ну, я уже как в возрасте, я в таких сарафанах люблю ходить по дому. Но на улицу я вряд ли осмелюсь выйти. Хотя, кто помоложе, могут выйти. Значит, здесь сделано как? Вот это вот сзади, как боксерочка, да, вот эти регулируемые веревочки. И, кстати, у меня был наподобие такого фасончик. Я знаю, вот это как это выглядит, как это носится. Вот. Ну, понятное дело, что вот, например, дома я это буду носить без бюстгальтера. Я вам примерю, конечно же, с бюстгальтером это. Ну, вот молодые девочки могут выйти, может быть, и без бюстгальтера на улицу. Так, и вот она очень просторная. Ой, какая ткань. Какая шикарная ткань. Просторная такая вот идет, как трапеция называется, да, расклешенная к низу. И вот такой вот низ. Все, тут низ оверложенный просто. Да, ткань такая, она легчайшая. Это просто, вы знаете, в самую такую жару-жару надел, и вот оно трепыхается на тебе. И не чувствуешь, что на тебе что-то есть. Вот тут бретелечки, все остальное такое просторное. Вот я люблю такие вещи. Обалденные, обалденные. Класс. Ой, ну мне нравится. Ну вот это я для дома себе взяла. Смотрите, какая симпатяшка, да? Классная. Кстати, модель же я не сказала. Модель вот этого сарафанчика. S50, цветы на голубом. О, класс. Ну что, померим, давайте. Дальше, девочки, я заказала себе маечку. Вот эти вот маечки, которые без рукава и с какими-то расцветочками. Мне понравилось. Вот вам, кстати, тоже вы мне писали в комментариях. Тоже понравилась майка, которую я взяла с такой темно-синей, с белыми какими-то разводами. И мне нравится и расцветка, и сама вот кулирочка вот эта вот просто чудненькая. Майка женская Флора называется, темно-синий Монстера. Артикул 0080-742. И это кулирка, чистая кулирка. Давайте откроем, да посмотрим.
трикотаж. Это такой же фасончик, такой же размер я взяла, как и та маечка. Но чтобы у меня было разнообразие этих маечек, я решила взять еще одну. Мне вот такая расцветка тоже приглянулась. Такая вот тоже, как вы думаете, смотрится хорошо, да? И она очень удобная. Ее можно под свитерок надеть. Заходите куда-то в гости, свитер сняли и остались в такой прекрасной маечке в штанишках своих. Вот. Ну, я думаю, что можно будет летом с джинсами, кстати говоря, тоже вот такую вот маечку одеть. Синий цвет тоже будет сочетаться. Ну, я померяю со своими черными штанами, которые вот я ношу сейчас зимой. Ну, мне нравится. Ткань очень приятная, классная. Пошив такой хороший. В общем, хорошенькая маечка трикотажная. Супер, супер, супер. Так, крупные вещи я вам все показала. Теперь заказала я что еще по мелочи. Заказала себе по мелочи трусики. Трусики у меня все размер 6XL. Я их вам покажу поближе. Я взяла расцветки такие вот бежевые, белые. В общем, три штуки взяла. Это чистая тоже трикотаж, чистая кулирочка. Я такие уже фасончики заказывала. И вот сейчас взяла еще раз. Что тут написано? Сейчас посмотрим. Трусы женские Байлимай, как-то так называется, 8634 бежевый, 8634 нежно-розовый, 8630 белый. И вот это вот, здесь катон, 92% катон и 8% спайндекс. Я не знаю, что такое спайндекс, но хорошее очень качество. И здесь три штучки лежат. И мне они очень нравятся, их надолго хватает. В общем, я периодически пополняю запас. Покажу вам поближе. Еще, девочки, заказала я носки. Носки заказала себе и Насте. Но себе я заказала носки 80% хлопок, 15% полиамид, 5% лайкра. Размер 37-41. Это то, что я взяла себе. Носки «Твой стиль». Носки длинные хлопок. 24-06 артикул. 6 штук в упаковке. И вот они здесь разных цветов. Ну, откроем упаковочку. Так она сильно запакована, что я ее просто разрежу даже. Вот так. Хочу посмотреть, какие тут расцветочки. Вот такие вот расцветочки. Вот, 6 штук. Здесь 2 черных в упаковке. Темно-синий один, сиреневый, серый, красный. И нарисована здесь пчелка. Вот я специально заказала себе так носки, чтобы ну, не были они сильно, чтобы не было рисунков никаких. Потому что ну, что-то я дома ношу, что-то одеваю на выход. И, в общем-то, сейчас я распакую одну пару. Приятные такие, на ощупь классные. Тянутся хорошо. И, в общем, вот такой вот рисуночек один. Так, надо распаковать уже полностью, да? Вот так они тянутся хорошо. И пчелка нарисована с обоих сторон, с внутренней и с внешней. И все, никаких лишних рисунков. Вообще приятные, они такие нежные на ощупь, классные. Вот нужно иногда обновлять носки, старые выбрасывать, а новые пользоваться ими. Ну, вот такие вот классненькие. Взяла длинные. Но сейчас по сезону длинные надо.
короткие, при том, что у меня еще пока что есть. Все, покажу вам поближе вот расцветки, и вы посмотрите. И еще я не забыла про Настю. Заказала ей 2 упаковки носков. Чем они отличаются? Мы сейчас посмотрим. Значит, вот эти носки, подростковые носки. 40-57 артикул. 30-36 размер. Так. Носки подростковые для девочек. Твой стиль. По 6 штук в упаковке. Я вообще другие хотела носки заказать, но они закончились. Поэтому я их заменила на эти. Эти носки, не знаю, они сейчас по размеру ей подойдут или великоваты. Но мы сейчас посмотрим. Вот такие вот тут расцветочки. Смотрите. Нежно-розовый, белый. Сердечко на фоне нарисовано тоже. Лишнего ничего нету. Серый, светло-розовый, темно-синий и голубой такой синий цвет. Так, какие распакуем? Какие распакуем? Давайте распакуем розовенькие. Мне нравится розовый цвет. Я, честно говоря, точно не знаю, какой у Насти сейчас размер. Поэтому я заказала подростковые и детские. И при том, что здесь вот указано 30-36 размер. Ну, не знаю. Если они сейчас будут ей велики, значит, они немножко полежат. Но они вот такие вот тянутся хорошо. Кстати, что тут состав? Состав: хлопок 80%, 15% полиамид, 5% лайкра. Ну, в общем, как обычные носки, вот такой состав. Ну, они довольно тянутся. Я думаю, что сейчас, если они будут ей велики, то, значит, они полежат, и они будут ей уже к школе как раз. Так что все в доме пригодится, все в хозяйстве пригодится. Так, распакуем другую упаковочку, вот такую. А здесь смотрите, какие цветные носочки. Ну, это вот садик. Это ей сейчас. Это вот уже идет размер 5-7 лет. То есть не размер 30-36 там или как, 5-7 лет. Это я уже точно знаю, что для Насти это подойдет. Тоже такие разноцветные носочки. А здесь в упаковке 5 штук. И тоже это носочки «Твой стиль». Сердечки нарисованы. Вот эти носочки, это коротенькие. Те длинные, это коротенькие. Ну, они как, не сильно коротенькие, но коротенькие. И я вижу, что тут размер идет поменьше. 5-7 лет. Я думаю, что вот эти носки, это сейчас ей точно будут прям уже впритык. Ну, как раз сейчас. Вот сейчас носить. Поэтому на сейчас она потом вот так вот заказала. И вот такие прекрасные тут расцветочки. Светло. Это пыльная роза, зелененькие. Такие вот как... розовенькие, как светло-сиреневые, серенькие и желтенькие. И все, сердечко с внутренней стороны и с внешней стороны. Тоже носочки тянутся хорошо. Состав такой же, как и в предыдущих носках. В общем, классные носочки. Все, внучку носками я просто одарила. Ну вот и все, мои хорошие.
Все покупочки я вам свои показала, всю распаковочку показала. Мне все нравится, я покупками довольна, как всегда. И ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Заходите по ссылочке и там посмотрите очень много хороших вещей. При том, что приближаются праздники у нас. День всех влюбленных приближается, 23 февраля, 8 марта. В общем, куча праздников приближается. И как вариант можно тоже подобрать какой-то подарок из интернет-магазина «Любимый Василек». Мужская одежда, женская одежда, детская одежда, и полотенчики, и постельное белье, много-много других вещей, там для дома есть, для сауны и так далее. И также есть большие размеры, огромные размеры для крупных людей. Поэтому заходите, посмотрите, обязательно что-нибудь себе найдете по приемлемым ценам. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Видео свое заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.